Доброго вечора, в ефірі Суспільного телевізійний проект «Дебати Миколаїв». Раз на тиждень у вівторок ми зустрічаємось у цій студії, щоб обговорити соціально важливі теми, які нині турбують суспільство. Тема сьогоднішньої дискусії – черги у ЦНАПах. Недопрацювання чи недофінансування? Проблема існує, і саме про те, як її вирішити, і що передусім потрібно для цього зробити, ми будемо обговорити сьогодні в нашій студії з нашими гостями. Я вам їх представляю. Дмитро Лазарєв, директор департаменту надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради. Вітаю. Та Юрій Гранатуров, міський голова Миколаєва у 2013-2015 роках, депутат Миколаївської міської ради. Вітаю. Я віжу рішення цієї проблеми з трьох позицій. Перше – це електронне програмне забезпечення, яке дасть можливість і вже существує зараз і зарождається наш реєстр жителів міста Миколаєва. Це удобні обустроєні приміщення, так называемый open space, открытое пространство, которое по требованиям и по безопасности, и прозрачности, и удобности должны быть для николаевцев, и увеличение штатной численности, которая увеличит пропускную способность для этого населения. Вот это справочные вещи, которые не являются, в принципе, соответствующей услугой, они как раз и создают вот эти очень длинные очереди. Однако, человек прост и понятен. Если раньше проблем не было, а сегодня их огромное количество, то что-то в этой реформе не так. Ведь эта реформа родилась не просто так. Сейчас мы несем ответственность за ту информацию, которую внесли в реестр с 2016 года. Но мы постоянно работаем над тем и массу негатива получаем в связи с тем, что когда-то некоторые, не буду говорить все, очень много талантливых паспортистов, и многих из них мы постарались даже сохранить их кадровый потенциал и трудоустроить у нас, некоторые из них злоупотребляли или где-то как-то халатно относились к этой работе. В связи с этим у нас сейчас очень много проблем. Это профессиональный взгляд на вещи, а у них просто человеческий, бытовой. Пришел, получил справку за 5 минут и ушел. Вот что нужно человеку. Вот. Ему наш профессионализм нужен незаметным, таким, чтобы его даже никто не видел. Что такое там 4 ЦНАПа, 5 ЦНАПа, 6. Это место, то есть точка доступа, точка ввода документов в один единый орган уполномоченный. Для меня не имеет большого значения, это одно большое здание или несколько малых зданий, если у него есть правильная, хорошая пропускная способность и комфортные современные условия. Когда есть четкая, поэтапная, пошаговая, последовательная, продуманная программа, вот, в которой просчитаны необходимые финансовые средства и инструменты прописаны, как и что выполнять, мы могли бы планировать бюджет не на один год, а на несколько лет, наполнять эту программу финансированием и профессионально двигаться вперед. У нас хаотичные эти вещи, к сожалению. Мы пока со 127 разобраться до конца не можем. И ну, не заработок надо ставить во главе стола, как я уже говорил, потому что главная задача реализовать, ни в коем случае нигде не ограничить людей в их конституционных правах. 70 миллионов на страну? Так. Ну, слушайте, ну, это издевка. Вот. Это ну, копеечная. Нам 70 миллионов надо на ЦНАП, и то еще не хватит.